Здравствуйте, сегодня мы с вами будем вязать вот такую двойную косу. Раппорт узора высоту 10 рядов. Для образца набираем количество петель кратное 15, плюс 3 петли для симметрии и 2 кромочные петли. Первый ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой и начинаем вязать. Первые 3 петли вяжем изнаночные, это петли для выравнивания рисунка. Далее начинаем вязать раппорт узора. Провязываем 12 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 15 петель. Затем повторяем. 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 изнаночные. 1, 2, 3. И последняя кромочная изнаночная. Вот мы связали первый ряд раппорта. Переворачиваем. Второй ряд будем вязать по рисунку. Кромочную провязываем лицевой и начинаем вязать второй ряд. Смотрим, какие петли на левой спице, такими и провязываем. Лицевая петля, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, изнаночная. Итак, по рисунку будем вязать до конца второго ряда. Третий ряд вяжем как первый, четвертый ряд будем вязать по рисунку, как смотрят петли. Пятый ряд раппорта. Для вязания пятого ряда нам понадобится дополнительная спица. Приступаем к вязанию. Кромочную петлю провязываем лицевой. Затем вяжем 3 петли для симметрии, провязываем 3 изнаночные. И начинаем вязать раппорт узора по горизонтали. 6 петель с левой спицы снимаем на дополнительную. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И оставляем их перед работой. Следующие 6 петель с левой спицы провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязав 6 петель с левой спицы, следующие 6 петель провязываем с дополнительной спицы, те, что мы оставляли перед работой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 15 петель. Затем повторяем. 6 петель снимаем на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И оставляем их перед работой. 6 следующих петель с левой спицы провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель с дополнительной спицы провязываем также лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночные. 1, 2, 3. И кромочную провязываем изнаночной. Вот мы связали пятый ряд раппорта. Шестой ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли. Седьмой ряд. Кромочную провязываем лицевой. Далее вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. И начинаем вязать раппорт узора по горизонтали. 12 лицевых петель.
один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Три изнаночные. Один, два, три. Затем повторяем сначала. Это мы связали раппорт по горизонтали. И так будем вязать до конца седьмого ряда. 12 лицевых, 3 изнаночные петли. Восьмой ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли. Девятый ряд вяжем так же, как и седьмой. Десятый ряд. Кромочную провязываем лицевой. И начинаем вязать десятый ряд. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Следующие 3 петли снимаем на дополнительную спицу. 1, 2, 3. И оставляем их перед работой. 3 петли с левой спицы провязываем изнаночными. 1, 2, 3. Затем возвращаем снятые петли обратно на левую спицу и провязываем их изнаночными петлями. 1, 2, 3. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Вот мы связали раппорт узора по горизонтали. Затем повторяем. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Следующие 3 петли с левой спицы снимаем на дополнительную. Первая петля, вторая, третья. И оставляем их перед работой. 3 следующие петли с левой спицы провязываем изнаночными. Первая петля, вторая, третья. Возвращаем снятые петли обратно на левую спицу. 1, 2, 3. И провязываем их изнаночными петлями. Первая петля, вторая, третья, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Вот мы связали еще один раппорт. И осталось 3 петли для выравнивания рисунка. Провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромочная и изнаночная. Вот мы связали 10 ряд. 11 ряд начинаем с первого. Довязав 10 ряд, мы связали весь раппорт узора. Вот такая двойная коса у нас получилась.